В 2023 году был открыт филиал женской консультации Видновского перинатального центра в микрорайоне пригород Лесное. Это позволило жительницам проходить обследование рядом с домом. И у нас на данный момент принимают 3 врача, акушера-гинеколога. И появилась возможность день в день попасть на прием к врачу. Мы принимаем и экстренных пациентов. То есть, если пациентка обращается с жалобами, она в день будет принята акушером-гинекологом. Сейчас в женской консультации обследуется более 300 женщин. Одна из них, Анна Литвинова, наблюдается в филиале Видновского перинатального центра впервые, но ждет появления на свет уже 2-го малыша. Так как район новый, то очень много молодых семей, у которых есть детки, и не один, два, три. И, конечно, население нуждается в медицинских таких учреждениях. Штат специалистов пополнила Людмила Батарова, врач высшей категории со стажем работы более 35 лет. Акушер-гинеколог поделилась, что выбрала филиал микрорайона пригород Лесное из-за расширенного спектра услуг, предоставляемых пациентам. Здесь все в шаговой доступности для пациентов, и для беременных, и для гинекологических. Возможность сдать все анализы, пройти обследование, получить направление на госпитализацию в Видновский перинатальный центр. Молодой специалист Шабнам Мамедова также присоединилась к команде врачей. После окончания 1-го Московского медицинского университета имени Сеченова она завершила ординатуру в РУДН и более 5 лет отработала в частной клинике. За 2 недели работы акушером-гинекологом в филиале Видновского перинатального центра Шабнам уже обрела постоянных пациентов. День принимаем примерно 22-23, иногда бывает 25 человек. Пациенты разные, каждый день приходят на учет, встают. Несмотря на то, что открылся перинатальный центр в июне, уже у нас очень много беременных, которые вот здесь стали на учет. После пополнения коллектива профессиональными специалистами возможности женской консультации стали шире, а количество пациентов увеличилось вдвое. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.